Ехидно говорит своему молодому человеку: у женщин на первом месте любовь, а у мужчин ваша без этого прекрасная жизнь. Фраза меня чрезвычайно зацепила, и я решил написать про эту песню, потому что я представил со стороны, как это все происходит в реальности на самом деле. Она со зла сказала, так не было у них. А если бы было, то было бы так, как в песне. Женщины живут на свете ради любви, а ты проходишь мимо, не трезв к тому же. И сколько раз себя на том не лови, ты ей не нужен, и будет хуже. Ведь одиночество всегда с тобой, и сколько ни пей, не стать ему меньше. Оно накрыло весь мир с головой, всех одинаково. Мужчины, женщины. Мужчины живут на свете ради борьбы. Куда иначе приложишь силу? А ты боишься подарков судьбы. Ты о такой судьбу совсем не просила. Любимый твой давно уехал из города. Работа обеспечивает съем квартиры. Ну а в маршрутках такие морды, что хочется исчезнуть из этого мира. А жизнь идет, и ты не знаешь, сколько до конца пути. И все события закончились до 25. И я не знаю, зачем я написал эту песню. Везде тупик, как его не лови. Но может быть, когда мы останемся вместе, мне будет проще признаться в любви. А может быть, ты повстречаешь другого и щелкнешь клавишей ноутбука, и из колонки польется мелодия, и твой мужчина протянет руку. Love.